Акция «Зеленый трамвай» существует в нашем городе уже 10 лет. В этом году она прошла в рамках природоохранного двухмесячника. Цель этой акции – привлечь внимание населения к природоохранной деятельности, чтобы каждый житель нашего города испытал чувство ответственности за природу, за красоту и за чистоту нашего города. Только совместными усилиями мы можем сделать город чистым. Прямо из депо трамвай с толпой детишек тронулся в путь. На остановках ребята выбегали и начинали зажигательно танцевать. Музыка звучала на самых многолюдных остановках – Центральный рынок, кинотеатр «Джалиль», улица Бызова. Помимо танцев, детишки подбегали к нижнекамцам и дарили воздушные шары и семена. Это волшебные семена, которые вы, посадив у себя на огороде, либо на участке около дома, вы вырастите маленькие солнышки, которые будут вам напоминать о том, что вы тоже являетесь частью природы. Айгуль и Настя учатся в 3-м классе, но, несмотря на свой юный возраст, по-взрослому рассуждают на темы охраны окружающей среды. Надо бережно относиться к природе, потому что мы часть природы. Красота и чистота природы зависят от нас. Рада, что приняла участие в этой акции «Зеленый трамвай». Я хочу, чтобы все люди не сорили, и когда они выезжали на природу, чтобы они за собой костры тушили, чтобы не произошло никаких пожаров. Завершилась акция на красном ключе. Зеленый трамвай с юными экологами тронулся в обратный путь. Но, как утверждают ребята, сюрпризы от них на этом не закончатся. Евгений Авдеев, Егор Бескаравайный, эфир 24.